Теперь ваш телефон будет приносить деньги. Установи приложение «Ценафон» и зарабатывай на просмотре видеорекламы. Меня зовут Андрей Керимов, и сегодня мы с вами будем устанавливать «Ценафон» на андроиде. Как это делается? Начинаем. Вот у нас есть телефон с андроидом. Нажимаем Google Play. Приложение. Поиск «Ценафон». Вот я уже писал. Ребята, у вас вот такой будет значочек. Вот такой. Нажимаете на него. Тут вам просится его установить. Нажимаем его «Установить». Далее. Ждем. Идет загрузка. Открыть. Тут вас приветствуют. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Ребята, видите, насколько здесь просто. То есть человек заходит через контакт. То есть нужно авторизоваться через контакт. Нажимаем «Далее». Устанавливаем с вами. Здесь просится ввести номер телефона. Ребята, и тут нас запрашивают, да, введите код пригласителя. То есть вводим мой номер телефона. Пишем плюс 7 926 4 7 7 9 1 2 3. Готово. Далее. Ждем с вами. Вот, ребята. Итак, ребята, мы с вами уже установили, и теперь посмотрим, как это работает. То есть нам нужно, чтобы кому-то позвонить, изначально нажать нужно «Ценафон». Идет рекламка, можно посмотреть. Вот, ну, мне нужно же позвонить тоже, да? Я нажимаю, выбираю того человека, кому я хочу позвонить. Давайте сделаем так, сам себе позвоню. Вот, у вас номер телефона. Открылся. И у вас идет рекламка. Буквально 5-7-10 секунд. Смотрим ее. Обычная одна штука. И любой магазин М-Видео. Вы проверяете цену на нужный товар, и если находите более выгодную, то меняете цену в М-Видео в свою пользу. Программа проверенных цен в М-Видео. Приходите и убедитесь в выгодности наших цен. М-Видео. Нам не все равно. Мы с вами посмотрели, теперь можем с вами позвонить. Вот пошел гудок, вот мой второй телефон, посмотрим. Вот, пожалуйста. Так что, ребята, вот так это все работает. Теперь ваш телефон будет приносить деньги. Установи приложение «Ценафон» и зарабатывай на просмотре видеорекламы.